Парковка обязательно. Под каждой машиной. Еще двое на фуршет. Каждый стол, холодильник, тележка. Все. Ну и сам шофер, где будет презентация. Давай, Саш. И зачем ты сюда притащила всю твою дивизию? Лишняя пара глаз и рук не помешает. Если что. Мы все проверили. Здесь чисто. Угу. У тебя сейчас такое лицо, что гости в ужасе разбегутся. Да? Да. Ну и хорошо. Пожалуйста, друзья, не засыпайте. Скоро я вас отпущу, чтобы вы успели съездить, посмотреть презентацию водородного двигателя. Но не единым водородом жив человек, правильно? Наш метод преобразования углекислого газа в кислород и углерод абсолютно революционный. И вы сами убедитесь в этом, когда увидите нашу экспериментальную установку ОКЗО-38. Она уже вышла на рабочий режим, и пришло время пойти и... Ой, извините. Да, стендапер, из меня никакой. Но усыпить столько народу за 15 минут – это тоже нужно талант иметь. А в чем, собственно, дело? Одну минутку. Разберемся. Что ты с воздухом не то, видимо? Можете объяснить? К сожалению, госпожа Тюрина совершенно... Совершенно права, к сожалению. В воздухе слишком много угарного газа. А зачем вы дверь-то закрыли? Нам ведь нужно срочно выходить. Если в коридоре была бы такая же концентрация угарного газа, как здесь, то можно было бы выйти, но там концентрация выше. В 10 раз. Значит, выходить нельзя, это аргумент. Что же нам делать? Организация. Там проходит мероприятие в рамках технопош. Судя по всему, экспериментальная установка АКСЭО-38 начала выделять угарный газ в больших количествах. В мультимедийном зале заблокировано 20 человек. Давно мы всем отрядом не выезжали. Да, как старые добрые. Там у них куча народа и выйти не могут. Так что чем больше нас... Все правильно. Один отряд на фуршет, второй на угарный газ. Противогаз брать? А шотушка, дорогой, скажи мне, чем тебе противогазы помогут от угарного газа? Ну ты думай головой иногда. Отсюда и вопрос. Горюк, у нас в отряде одна голова. Твоя. Все, хватит, поехали. Пустой? Как так-то? Так. Кто следит за ним должен? Я что ли? Да нет, убирай. Тут недалеко, так добежим.
Катерина, ну сколько можно просить? У меня йога до 11, потом перезвоню, отстаньте. Марго, я знаю, ты там. Я слышу твой телефон. Марго, я Роберта встретила. Он развелся, представляешь? А... Помогите. Мы все уже проверили несколько раз. Двигатель проверили несколько раз. Все чисто. Значит, где-то грязно. И я найду где. Ищи. Ты же у нас умная, а я лох, да? Я не знаю. Я же Виктора поймала, а ты его упустил. Думай, с кем ты разговариваешь. Не перегибай. Да я не перегибаю. Я просто знаю, что сегодня он нанесет удар. Так или иначе. Мы законопатим, а дальше-то что делать будем? Надо было этими тряпками лица прикрыть и... На столбе мочало, начинай сначала. Вы ученые или кто? Это же не дым, это угарный газ. Ага. Или тихий убийца его еще называют. Вы даже с тряпками у лица не успеете до выхода добежать. Ну, правильно. Давайте все умрем тут. Зато в коллективе. Никто не умрет. Спасатели уже выехали. Слушайте, правда, перестаньте все психовать. Есть у кого-нибудь валидол? Надевайте сразу аппараты. Пожалуйста, быстрее, они там долго не продержатся. Вы тоже были там? Да, но мы ближе к выходу, а там куча людей. А почему не отключили установку? Вентиляция уже давно разогнала газ. Мы до нее добраться не можем без дыхательных аппаратов. А почему вентиляция не работает? Да не знаем, не фурычит. Надо заслонку на чердаке проверить, но у нас... Баллоны пустые, знаю. Да. Алабян, Фомин, бегите в зал, где установка, отключите ее. Вот эти господа химики проинструктируют вас по рации. Соня, останешься, подежуришь у входа. Остальные за мной, выводим людей. Нет, а почему я? На всякий случай, все я сказал. Пошли, ребят, пошли. Кости усиленно ее поглощают. Понятно. А Семечкин где? Его уже поглотили? Агент Семечкин проверяет нижний периметр. Семечкин, прием, прием. Все под контролем, шеф. Семечкин, хватит поясничать, вылезай. Так, докладываю, все в порядке. Никаких взрывных устройств под столами нет. Заслонку вентиляции проверить. Это на чердаке. Но сначала нужно вывести людей, у них же дыхательные аппараты в порядке. Вот видите, спасатели пришли. Все хорошо.
Мы уже дали валидону, приступ сильный. Ничего страшного, мы такие приступы снимали. Для начала дай людям подышать. Маску держите. На нас положись. Маску, Игорь, возьмите. Ну давай, подышим. Что с тобой? Тебе нехорошо? Дышим. С аппаратом что-то. Шланг треснул. Маску держи. Или разрезан. Валерий, второй тоже. Валер, возьми вот этот вот, мой второй. Этот тоже. Давайте. Пошли. Валер, не пойму, а чего так и наши-то работают? А черт его знает. Мы последние брали с самого низа, может, просто не долезли до них. Еще? Ну, держи, прижми. Диверсия. Полегче? Там все аппараты сломаны. Надо ехать туда, Юля. Так пусть им новые пришлют со склада управления. Но вы что, не понимаете, он нарочно это устроил, чтобы мы туда сорвались, а тут ему не помешали. Там наши ребята, им нужна помощь. Да, а здесь толпа гражданских, им тоже нужна помощь. Ну, мы кого спасаем в первую очередь? Я стоянку проверил, там все чисто. Отлично. Пойдем со мной, Саш. Проверим медиацентр еще раз, весь. Саид. Пойдем проверим еще раз. Добрый. Ой, здравствуйте. Спасибо, что вы так быстро. Да это вы быстро. Прям как автомат вяжете. Да это я от нервов. Ну, это все быстро, и тут мы... А вот когда участковый придет... Какой участковый? Как какой? Местный. Мы не можем скрывать дверь в отсутствии хозяев. Да она в присутствии. Она там. Вы уверены? Может, ее нет? Да там она. Телефон ее слышу. Велосипед вон внизу стоит. Она без него никуда не ходит. Муж вышел в ближайший магазин. Ну, или не вышла, а просто спит, лежит и не слышит ваших звонков. Марго в это время никогда не спит. Она йогой занимается, у нее все по часам. Да и в ближайшем магазине ей делать нечего. Там эта гадость, которую она ест, не продается. Какая гадость? Ну, ростки всякие, вершки, корешки. Пожалуйста, сломайте эту дверь. Я уверена, что-то случилось, я ее знаю. Ладно, участковый потом подойдет. Сейчас могу я воспользоваться вашим успокоительным? Зачем же ломать, правильно? Так. Ой, Марго, а у тебя еще йога? Да я не могу. Разогнуться не можешь? Ага. А вы кто? Это спасатель, Маргош. Я вызвала. Я врач МЧС, а у вас мышечный спазм. Ой, как же теперь? Ну, это быстро снимается, меня релаксантами. Нет, нет, нет. Ой, вы что, колоть ее будете? Ее колоть нельзя, у нее аллергия на все. Вообще на все? Да-да-да. Ну, тогда сейчас легкий массаж. Это все, милая моя, от вершков и корешков. Что? Сыроедами увлекаетесь? Угу. Мясо и рыбу не потребляете. Витамин В12 не получаете. Вот ваши мышцы и передают пламенный привет. Аллергия у нее на рыбу. А на корешки нет. Ты прям бензорезом хочешь? А если рванет, там же газ. Там была такая концентрация газа, при которой он может рвануть, там нам бы спасать уже было некого. Ребята, пожалуйста, можно я пойду? Куда ты пойдешь? Дверь резать. Это куда угодно, что я там стою. Вы куда сейчас? На чердак. Надо заслонку открыть. А дверь заперта. Там замок залепили какой-то дрянью, типа мастики. С аппарата работает? Да. Со мной сейчас пойдете. Надо как можно больше людей вывести или уже вынести, я не знаю. Я с вами. У меня тоже аппарат фурычит. Тебя там только не хватало. Ты людей понесешь? Понесу. Так, держи. Иди лучше на чердак. Ну тебя. Пойдем. Спасибо. Попытайтесь хоть немного расслабиться. Я не могу расслабиться, когда меня трогают незнакомые мужчины. Ну, приехали. Я же врач. И что? Я вас не знаю.
В поликлинику же ходите? Хожу, не расслабляюсь. Ясно. Екатерина, можно вас попросить? Ага. Сходите, пожалуйста, на кухню, найдите пластиковую бутылку и налейте в нее горячей воды. Кипятка? Нет, умеренно горячей. Из-под крана только. Нам грелка нужна, тепло тоже расслабляет. Опускайся потихоньку. Давай, не бойся, аккуратненько. Давай, давай. Вот. Все хорошо. Екатерина, что там с грелкой? Как же вы, товарищи спасатели, дверь без меня? Ты что делаешь, гад? Тихо. Дал от нее руки. Роберт, успокойся, он хотел помочь. Рекомендую всем выдохнуть. А органам правопорядка разместить свой организм так, чтобы никому тут не мешать. Маргоша, это как так вышло-то? Так же, как мои отношения с тобой. По глупости. Самокритику уважаем. Это что, у тебя какая-то опять випассана? Это капотасана, Роберт. Поза голубя. А тебе вряд ли это интересно. Иди к жене, а? Да я все, Марго, развелся. А меня это как должно интересовать? Должно, да. Не буду вам мешать. Занимайтесь, разбирайтесь. Специально всего доброго. А про витаминки В12 не забывайте. Спасибо, Сина. Так, куда дальше? Нужно каждый угол проверить. Каждый уже не успеем. Придется подумать, куда он мог спрятать бомбу. Подожди, вы же с ним одной крови, шпионы и диверсанты. Спасибо. Ну, я имею в виду, если бы ты была им, куда бы ты бомбу спрятала? А, ну, тогда, наверное, в шатер? Типа сам двигатель рванул. Но двигатель вроде как чистый, да и в шатре ничего нет. А если в здании? Тогда вниз на парковку. Почему? Рванула бы каждая машина до кучи. Если заряда достаточно, сложится все здание. Супер, давай. Нет, вы меня не поняли. Я имею в виду количество. Как отменили заказ? Подождите, я перезвоню. Ты представляешь? Все нормально, Зоя. Успокойся. Нет, я звонила в это карнавале, они сказали, что мы вчера отменили заказ. Что за бред? Ну вот я говорю, может, ты пойдешь посмотришь? Подожди. Ой, я пойду Сережу уведу. Стой. Слушай, может, тебе домой поехать? Что значит домой? Ты чего? Я не могу. Тут еще такой бардак с этим... Пойдем. Где потише поговорим? Да, все, смотрим. Дверь! Дверь закрывайте. Еще сейчас полегче стоит. Кого я вижу? Галина Павловна, это судьба. Кто следующий на выход? Доктор, кому хуже? Вот, я бы даму бы вывел. Даму с возу, кобыле легче. Все хорошо будет. Так, значит, раз баллон. Две маски, два баллона, две маски. Фомин, бей вот этот баллон. Выведите троих. Можно больше, если одной маской по очереди дышать. Давайте больше, я готова.
Рискованно. Оставаться тут еще рискованнее. Так, что мы имеем? Ну, против Будилова я больше ничего не имею. А Виктор же помог тут избежать, верно? Яд мне в акваланг подмешали до моей тренировки. Это уже точно? Да, анализ крови показал. И знаешь, я жива только потому, что Саид принял на себя часть этой гадости. Так вот, Соня могла рассказать об этом только своему отцу, а никак не Виктору, так что я не знаю. Стоять! Немедленно остановитесь, ФСБ! Я буду стрелять! Дурачина. Я буду стрелять! Задержите дыхание. Все осмотрели. Вроде все. Угу. Сергей Сергеевич, а вот этот холодильник, его здесь вроде не было. Ну да, это точно. Саидыч, слушай, история минирования, случай был. Взрывчатку в пивные бутылки закладывали. О. Что в них может быть? Нитроглицерин, к примеру. Слушайте, а здесь царапина какая-то. Ну-ка дай. Глазастый ты паренек. Причем свежая. То есть... Это, получается, недавно заднюю стенку снимали. Угу. Так давайте тоже снимем. Тихо. Здесь не будем, лучше на парковку вынесем. Вынимаем бутылки, несем. Не рванет? При переноске, думаю, нет. Его ж сюда принесли. В любом случае, выносить надо. Лучше у нас в руках рванет, чем в этой толпе. Работаем. Куда они сквозанули? Не знаю, видать, упустили. Черт! Двое из ларца. Что в ларце? Показывайте давайте, а то он будет стрелять. Принимай. Девушка, помогите. Сам дойдешь? Ты как? Чё-то я поплыл. Дыши реже. Сейчас Соня заслонки откроет. И, надеюсь, не придется всех таким макаром выводить. Что-то долго она. Давай по новой. Погнали. Идите, я посмотрю, что там с заслонкой. А? Начальник, мы раньше никогда. Вот первый раз решили позаимствовать. Ну, вес попутал. Извините. Да правда, эти ученые все равно столько не... А вы выпейте. Давайте катиться отсюда. Что? Веселенькая работа, конечно. А у нас иногда тоже. Да, Саид, что случилось? Соня, Соня, ты слышишь меня? Ты слышишь? Умничка, молодец, молодец. Тихо, куда это, куда это? Игорь, это ты? Я. Или у меня глюки? Призрачное видение. Умница. Ты молодец. Умничка. Ну что там? Обычная классическая адская машина. Детонатор, взрывчатка. Коля, сильно рванет? Да рванет, как надо рванет, мало не покажется. Да как это вообще?
Мы этот холодильник точно осматривали и разбирали. Точно этот? Абсолютно. Он утром еще в буфете стоял. Ну его тут откуда привезли, могли по дороге нафаршировать. Я его где-то видела. Может, как раз на буфете? Да нет. Может, у Зои спросить? Ну вот и спроси. Все, бомбы нашли, миссия выполнена. Ее еще пока никто не обезвредил. Слушайте, ребята, давайте подальше. Согласен. От греха. Давай, ребята, давай, отходим. Давай, Юра. Все подальше. Витя, давай-ка ее сразу скорую. Нет, зачем? Я уже нормально. Ты посмотри на себя нормально. Прокатишься до больницы на всякий пожарный. На всякий угарный. Когда ты был этим сапером-то? Тогда еще смартфоны не изобрели. Уж поверь мне, практикую постоянно. Ты еще скажи, от смартфона активируется. Ну нет, это точно нет. Ну тогда и не свисти. Режем второй. Стой. Ты точно веришь, что это он? Нет. Чуйка у меня. Она же интуиция. Если хочешь, подальше отойди. Ага, сейчас. Слушай, Саш, я к ним пойду. Это моя работа все-таки. Пойдешь, конечно, пойдешь. Только со мной. Нет, ну это же шантаж. Что-то я Зои не вижу. А я ее в последний раз на фуршете видел. Рядом с этой женщиной. С Аллой? Да. Ее тоже нигде нет. Вдруг один этот Будилов ходит, как павлин. Ребята, скрестите пальцы на всех конечностях и подальше найдите. Давай, Юль, давай. Видите, это катализатор, и он деформирован. Случайная поломка? Да случайными такие поломки не бывают. Угу. Однозначно диверсия. В результате ход реакции был нарушен, и АКСО-38 стал выделять угарный газ. Значит, какой-то одаренный человек испортил катализатор, закрыл заслонку вентиляции, спустил кислород из баллона. Добрый день, Иван Михайлович. Я вот пытаюсь найти здесь вашу даму сердца. Алла-то вам зачем? Или у вас подозреваемые кончились? Да нет, этого добра у нас навалом. Значит, эффективно работаете. Извините. Да, солнце мое. Да, я уже здесь. Что? Какой? Понял тебя. Что такое? Что случилось? Соня в больнице, она надышалась угарным газом. Это Алла вам сказала? Алла, слушайте, отстаньте от меня. Откуда она знает? Да какая разница, откуда она знает? Зоя где? Значит, Семечкин последний раз видел их. Господи, какая же я дура, это лифт. Какой лифт? Я тоже видела Аллу, она была в лифте, еще посмотрела на меня так, а у лифта был этот самый холодильник. Боже. Ах ты! Нормально все? Хвоста нет? Нет никого. Но я на всякий случай взяла эту дуру с собой. Ну, здрасте. Зачем? Ее все равно нельзя было там оставить. Сунулась не туда. Ладно, тебе видней. Жду. И Погодин работает на нее. Тварь! А Зоя зачем? Увидел что-то.
Несколько минут назад на главный пульт поступил экстренный вызов. И тут же сбросили. Номер чей, Зоя? Аллы Миловой. Милова. Хорошая фамилия, подходит. Ага. Едем. Я объявляю перехват. Объявляй! Взяла и уехала. Зачем кого-то предупреждать? Коль, ну чего? Ну что? Таймер довольно простой. 3 минуты. 3 минуты чего? Ну, какого-то часа или просто 180 секунд. Может, взрыв будет 12:03, потому что презентация начинается в полдень. Если учесть, что основная масса народу будет в шатре, а не на фуршете, куда они холодильник притащили. А, мужики, начинаю соображать. Пусковое устройство довольно хитрое. А знаете, на что оно должно среагировать? Ну, на телефонный звонок? Нет, на скачок давления. А скачок давления спровоцирует, к примеру, взрывная волна. То есть взрыв произойдет после взрыва? Через 3 минуты. Да, сначала в шатре, а потом на фуршете. Ну чего? Тут уже все осмотрено 10 раз, сверху донизу. Сверху-то вряд ли осмотрели. Только шариков не видно ни черта. Да, шариками перебор. Вот зачем гелий на складе нужен был. Для шариков. Мужики, чуть-чуть. Там внутри что-то есть. И там вон. И вон. Ну-ка, Коля. Да вроде во всех. Давай. Есть. Ване своему позвонила, конечно. Увела его с технофорума. С чего ты взял? Да уж знаю. Эту дуру тебе не жалко, а его жалко. Ревнуешь? Ничего, что я с тобой еду, а не с ним. Да нужна ты ему очень, ехать с тобой куда-то. Главное, что тебе нужно. Правда? Это главное. Вить, давай без лишних сантиментов. Ты со мной и всегда будешь со мной. Буду. А это что за экстренный вызов? Ты решила позвать всех МЧСников? И разом их со скалы уронить? Что? Сказал бы раньше. Че я с аквалангами и масками этими возился? Проще было всю их базу рвануть. Ведь какой вызов? Зоенька? Ты больше никому не хочешь позвонить? Напоследок. Играется. Коля, ты такое когда-нибудь видел? Это микродетонатор. Так, а что детонировать будет? Гелий же не взрывается. На складе-то он взорвался. Так, стоп, давайте мыслить логично. Если взорвался, значит не гелий. Ну тогда что? Двигатель у нас какой? Водород-то, мужики, водород. Все шары порвутся разом и... Водород смешивается с воздухом и... Рванет так, что мама не горюй. Ага. Коля, выводим людей. Если похитила Зоя, значит все. Концы в воду рвет когти. В России больше делать нечего. Ну, на границе-то ее возьмут. Да нет, не такая она дура. Граница придет в горах. Значит так, примерно вот в этом месте она 15 минут назад проехала мимо поста. Ну и? Значит, где-то здесь она бросит машину и пешком по этой тропе, а там 40 минут хода и Абхазия. Хм. А если бы я не заметила, что шариков было больше, чем нужно? Сейчас была бы жива. То есть я уже... Да. Тебя уже нет, моя дорогая. Может, ты меня отпустишь? Я никому не скажу, что ты китаец. Ну почему? Говори. Пускай знают, как опасно дружить с китайцами. Ясно. Его. А на самом деле ты с кем? Со мной.
Я профи, Зоя. За любую валюту работаю. Что ж, я надеюсь, все уже собрались. Буквально через две девушка, минуты извините, мы начинаем пожалуйста. Презентацию нашего. Уважаемые гости, приносим вам свои извинения. Но в связи с внезапно возникшими обстоятельствами, выходим. Убедительная просьба покинуть шатер спокойствие. И отойти на безопасное расстояние. И, пожалуйста, побыстрее. Выходим, выходим, выходим. Скорее. Коля, пока мы здесь всех эвакуируем, все разлетится к чертовой матери. Да, разлетится. А если шарики разлетятся? Сань, да ты гений. Водород-то легче воздуха. Так. Выходим, выходим, выходим. Дамы и господа, всем внимание. Все на выход. Всем срочно покинуть территорию технофорума. Скользко! Коля, ты там лови, если что! Быстрее, 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 быстрее! А мне выходить? Развяжи меня, пожалуйста. Ты зачем? Сиди себе. Ал, развяжи меня, пожалуйста. Ал, ну не уходи. Пока, Зоя. Ал, ну пожалуйста, я тебя прошу, не уходи. Алла! Ал! Алла! Пожалуйста. Давай еще. Вить, посмотри, там колесо во что-то уперлось. Я понимаю праздник. Смотрите, смотрите. 12:00. Без одной. Красиво полетели. Никогда не отстанешь от меня. Прости, такая работа. Ты со своими там на форуме попрощалась, а то у них 40 секунд. Да ну, не будет. Знаешь, мы нашли твою бомбу. Одну? Очнись! Девочка! Давай! Очнись, моя хорошая! Не может быть!
Господи, помоги! Где? Да где болит? Скажи, где болит? А? Не болит. Слава Богу. Обследовали. Плод в порядке. Дали успокоительное, не волнуйтесь. Плод. Ребеночек. Вот, может, ему тоже успокоительный? Чем меня только не обкололи. Значит, не больно? Терпимо. Это пока. Оптимистка вы, Валентина Павловна. Да ладно, что я костей не ломал, что ли? Ломать, может, и ломали, но чтоб под колеса кости совать. Не в костях дело, а в сосудах и мышцах. То есть вы хотите сказать, что я не смогу ходить? Да перестань, Сай, что ты сразу... Ноги чувствуешь? Да вроде. Значит, ты ходить сможешь. Сможете, сможете. Вопрос только, как быстро и как далеко. А я думал, нас наградят. Конечно. Семечкин, Ежов каждый день с твоим орденом приходит, а не застает тебя. Пузырь? Ну почему обязательно орден? Ну просто хотя бы спасибо сказали. Скажут Супер. Тебе спасибо, Витька, скажут. Не переживай. Вот Саидыч вернется из больнички и всех нас душевно поблагодарит. А вообще, Семечкин, ты же уже бывалый спасатель. Но... До сих пор не понял, что главное не благодарность от начальства. Тебя люди поблагодарили? Угу. Ну? Но. Согласен. Пузырь, иди ко мне. Пузырь. Что это, прямо сейчас? Пузырь. Ну, не сей секунд, конечно, но в ближайшее время. Братцы, чайник ставили? Горячий, горячий. Класс. Нет, ну, почему? По Кочану, Фомин. Нормальные люди хотят куда-то дальше расти, в отличие от тебя. Валерка, ты ж закистишь без полей, как тот генерал. Земля ему пухом. Поглядим. Может, я в штабе нужнее. Ого, вот это новости. Валер. Чего тебя в штаб переводят? К Ежову? Нет, думаю, в другой город, подальше. Разъезжаются все. А как же мы без вас? Ну ладно, распустили сопли. Валерий Акадьевич, все правильно. Я смотрю, кому-то не терпится в командира отряда выйти, да? Ну, кто после меня в командиры выйдет, тот уже Ежов будет решать. Я, конечно, подал ему кандидатуру. Такого командира, как вы, у нас не будет. Да ладно, мужики, не вешать нос. Командира нужно терять именно так, живым и здоровым. Сплюнь, Петров. Фу-фу-фу. Прямо на семечки. А вы что, всерьез полагали, что мы здесь поверим в этот ваш китайский цирк? Письма через автопереводчик прогоните. Вы могли хотя бы язык выучить? Если уж реально хотели поссорить Россию с Китаем. Если бы это была основная цель, может, и выучила бы. Хорошо, Алла Федоровна. О ваших целях мы позже поговорим, как и о ваших заказчиках. Нам сейчас больше интересно, кто ваши исполнители. Сколько у вас по России еще таких же карманных акул бизнеса? Типа Мусоргского? Я их не коллекционирую. Выполнил задачу. В утиль. Однако же Будилова в утиль не отправили. Спасли его от взрыва. Вывели из-под следствия. А ради этого даже спалили Виктора. Думаете, Иван мой самый ценный исполнитель? Нет, я вообще не думаю, что он исполнитель. Я думаю, что он просто
самый ценный. И чувство, которое вы к нему испытываете, настоящее. Чувства, Юля, хороши ровно до тех пор, пока не мешают работе. Вам ли это не знать? Вы сама такая же. Ну, однако же, вашей работе они помешали. Вы знаете, если бы вы не позвонили Будилову, чтобы он ушел в технофорум, я бы вас не вычислила. Вот и не повторяйте моих ошибок. Не повторю. Не повторю. Самый шикарный пляж для такой шикарной женщины. Мне подходит. Когда увольняешься? Уже. Уезжаешь когда? Куда уезжаю? Ну, на новое задание. На какое задание? Я уволилась. Из ФСБ. Так что... Нет! Нет, не хочу! Не бросай! А, лови меня! Хулиган! Остаешься. Дорогие гости, мы рады угостить вас лучшими винами нашего края. Конечно, вы сможете и завтра на презентации ими насладиться, но никто не мешает сегодня уже получить удовольствие. Вы что, желаете, чтобы мы и про них написали? А то сразу и про водород, и про вино. Давно уже пора изобрести винный двигатель. Мы никого ни о чем не просим писать. Просто хотим, чтобы вам сегодня было хорошо. Да, прям так никто ни о чем и не просит писать. Что касается вас, дорогой Тимур,
то это очень похоже на правду. Они бы предпочли, чтобы вы про технофорум не написали ничего. Хороший журналист не мой журналист. Конечно. Если этот журналист считает своим долгом обязательно писать какую-то гадость... А может быть, правду? Латыпов, вы прекрасно знаете, я в своих статьях никогда не вру. Ну чем вам технофорум не угодил? Ну все ведь так прилично организовано. Вы поймите, эти ребята прекрасно умеют пускать пыль в глаза и потемкинские деревни строить. Но поверьте моему опыту, что-нибудь непременно пойдет не так. Обратите внимание, сейчас мы проходим мимо Олимпийского парка. Полюбуйтесь, пока мы не отошли далеко от берега. Красота! Ну что там? Да, все хорошо. Ну и отлично. А что они только пятерых повезли по морю катать? Там же пресса наехала, как саранчи. Ну, насколько я понимаю, это самые крутые. Их вся страна читать будет. И тот Душнило тоже крутой? Наверное. А вы, товарищ майор, думаете, что обязательно что-то пойдет не так? Ну, иначе зачем мы с ними поехали? Да не я так думаю. Это другой майор так думает. Другого майора очень беспокоит все, что связано с этим технофорумом. И что майора Аверина так беспокоит? А вот это, Ашот, не нашего с тобой ума дело. Наше с тобой дело солдатское, лейтенант. Попросили подежурить? Пожалуйста. Нам что, жалко, что ли? Море спокойное, ветерочек ласковый, красотища. Тоже верно. Могу я вам тоже предложить вина? Ну? О, Ирочка, лучшее вино – это домашнее вино. Как-нибудь я вам это докажу. Ты мне это тоже как-нибудь докажи. Я домашнее вино, ох, как уважаю. А пока что мы на дежурстве. Вам же не нужны пьяные спасатели? Как скажете. Да им и трезвые особо не нужны. По делам. По каким делам? Это новое задание? Оно тоже в Сочи? Нет. Про новое ничего не знаю пока. Ну, со старым же все? Угу. Ты же китайца поймала? Да. Петрова с Ашотом в плавание по морю отправила. Все? Да. Тебе в голову не приходит, что у меня могут быть свои дела, личные? Я могу пойти в салон, на маникюр, на какие-нибудь процедуры. Не нужны тебе процедуры. У тебя и так все хорошо. Да. Ну, а вот к врачу ты мне обещала сходить. Кстати, к врачу. Обещала, но не пойдешь, да? Обещала и пойду, Саш. Пожалуйста, перестань меня теребить. Ты же не теребонька. Тем более мы выяснили, что я не беременна. Да, только мы не выяснили, почему тебе плохо было. То есть тебя это сейчас волнует? Странно, ну да. Мне было плохо, потому что меня отравили, и это нормально. Нормально? То есть ты серьезно говоришь, что это нормально? Слушай, ну такая у меня работа. Рисковать собой. Все, вообще без комментариев. Когда мы с тобой начинали встречаться, ты же не знала, кто я такая, да? И если бы я была простым спасателем, я бы рисковала собой ничуть не меньше. И как бы мы жили,
Ты бы мне что, работать запрещал? Да. То есть нет. Юль, я не знаю. Но я всегда был бы рядом. Класс. Ну, правда. Я пошла. Ну. Так, и дальше куда нам? О, друг, ты не в курсе, почему стоим? Не, меня капитан напасал посмотреть. Чего это? Вова не отвечает. А Вова это механик? Ну да. То есть проблеки какие-то? Ясно. О, живой? Вова! Вова! Вова, живой? Ну что тут? Путь слабый. Живой, давай. Отлично. Давай. Главное головой. А если черная кошка пробежит, ты здесь останешься? Главное головой. Давай. Ох ты, моряки. Еще сувернее, чем спасатели. Аккуратно только. Давай. Я в рубку капитану доложу. Давай. Фу. Все нормально. Только, видимо, шибануло. Голова не пробита, ссадина только. Дыхание восстанавливается, слава богу. Товарищ майор, как в воду глядел. А я надеюсь, просто совпадение. Очухиваемся, родной. К врачу ему надо срочно. Только как теперь до врача добраться нам? Надо перебинтовать. Сейчас. Держи голову. О, какая леди. Так вы что там, вяжете ленточки, бантики, шарики? Ну, хватит издеваться. Вино расставляете по столам. Я это вино заказываю и слежу, чтобы всем хватило. Персонал подбираю. И много персонала? И вообще, что это за такое мероприятие? Свадьба миллионера? Нет, конечно, ты что, это технофорум. Это со всей России съезжаются ученые, пресса. Это такой масштаб. Ты работаешь на технофоруме? Да, но это же здорово. Я тебя прошу туда не ехать. На завод, в шахту, в полицию, в МЧС, наконец. Но только не туда. Сережа, ты с ума сошел? Хорошо. Посиди здесь, родной, отдохни, пока мы оцениваем обстановочку. Товарищ майор, надо осмотреть машинное. Пошли. Сиди здесь. Льет конкретно. Что там? Вентик какой-то сорвало. Возможно, система охлаждения. Ай, надо механика. Механик, к сожалению, нам не поможет. Давай люк задраивать, чтобы вода дальше не шла. Фимочка, ты ли? 100 лет к нам не приезжала. Здравствуйте, Вера Борисовна. Правда, никак выбраться не могу. Тигруня! А твоих-то вроде нет. Да, они в городе. Операцию деду вчера сделали. Да ты что? Все-таки пришлось, да? И как он? Ничего, скрипит. Бабуля вот попросила привезти ему сальца, огурчиков. Ну, Гордей Андреевич, ну, жук. Он и в больнице себе за кусончик организовывает. Ой, сало у него шикарное. Ты моя хорошая. Нет, я вообще не люблю. Сало не любишь. Потому и худая. Загляни потом. Я тебе оладушков нажарю. Спасибо. Ну, и как это у вас называется? Зеленая стоянка? Скорее синяя. Желающие могут искупаться. Вода, правда, прохладная, но... Так мы остановились специально. Конечно. Мы всегда делаем остановку, чтобы можно было полюбоваться видом. Да. Все же идет по плану. Только плана этого никто не видел, но это же мелочь. Вы думаете, что-то случилось? Галина, я вам уже сказал. Непременно что-то да должно случиться.
Ну что за привычка из всего делать проблему? Это привычка профессионального журналиста. И не делать, а видеть проблему. Вот, к примеру, почему к нам не выходит капитан? Ого. Давно не видел Александра Грека на турнике. Да, вот, запустил себя. Скоро в старика превращусь, тебя заменять буду. Что, опять готовишься новую жизнь начать? Для кого-то новая жизнь, для кого-то новое задание. Но мне кажется, Юля тебя бросать не хочет. Ну, хочет, не хочет. Я тоже за ней таскаться не собираюсь. Она нас в Сочи перевезла. Я же не собачка. А ты ее любишь? Люблю. Но бегать за ней не буду. Я буду людей спасать. Так она примерно тем же и занимается? Примерно, старик. Примерно. Только для нее главное поймать. А для меня главное спасти. Чувствуешь разницу? Ну что, капитан, как обстановка? Связались с берегом? Да, я уже вызвал буксир. Ему до нас идти около часа. Долго. Очень долго. Но вода же только в машинном отделении, так что вы правильно все сделали. Да. Вам бы с пассажирами связаться. Они же не идиоты. Понимают, что что-то не так. Да, вы правы. Пойду выйду. Так, значит, шатер у нас будет стоять здесь. Там поставим столы. Напитки, закуски, все дела. А двигатель, его где будут запускать? В шатре, конечно. Там внутри тоже должно быть все красиво, чтобы гости вошли, ахнули, а перед ними наш волшебный двигатель. А это безопасно? Что? Ну, куча людей, двигатель этот, он же на водороде. Может, хотя бы на открытом пространстве? Угу. А если дождь пойдет? Фуршет намокнет, это еще куда ни шло. Но презентация двигателя никак не может сорваться из-за дождя. Нет, пусть будет в шатре. Да и Ваня говорил, что это точно безопасная технология. Да? Угу. Ну ладно, хорошо. Шатер будем завтра оформлять. Что там? Кто это? Аверина. Из отряда Сережа. Безопасность, наверное, проверяет. Угу. Правильно. Что тебя беспокоит? Ну, честно говоря, они боятся, что диверсия будет. Здесь? Завтра? Да. Господи, до этого еще не хватало. С чего они взяли? Не знаю. А вот и наш капитан. О, сейчас нам откроется истина. Да перестаньте поясничать. Уважаемые гости, на борту вышла из строя система охлаждения. Это незначительная поломка, она никак не угрожает жизни и здоровью пассажиров. Поэтому просто продолжайте отдыхать дальше, хорошо? И долго мы так будем отдыхать? Скоро должен подойти буксир, и мы с вами спокойно вернемся в порт. Не волнуйтесь. Ну и что бывает? Дело-то житейское. Ирочка, а что у нас канапешечки с сервелатом остались? Конечно, сейчас принесу. Угу. И хочу напомнить, что для вашей же безопасности на борту дежурят сотрудники МЧС. Отлично. Так что ситуация под контролем. Да, да. И это неплохо. Интересно, да. А водородный двигатель у них тоже перегревается? Угощайтесь. Ну? Думай, Семечкин, думай. Шанс есть. Лучше бы на турнике зарубились. Ой, как все плохо, ой, как все плохо. Не с тем человеком ты, Семечкин, сел в шахматы играть. А с кем, с тобой, что ли, надо было? Разумеется. Мне же в любви везет, а Греку нет. Потому что ты красавчик. Спасибо, Саша. Пойдем на берег. Допетрил? Шах! И мат! Класс. Да, это, конечно, еще вопрос, кому из вас меньше в любви везет. Эй, я поддавался. Разумеется. Там у наших на корабле движок отказал. Просили двоих на подмогу. Кто рванет? Товарищ капитан, можно я поеду? Дуй. И я. Прокачусь, ладно? Я тебе точку скину. Хорошо. Ну, портейку. Не боишься? Так, со мной еще никто не разговаривал.
Вы спятили там? Не смешно! Откройте, пожалуйста! Телефон. Черт, он в сумке. Малоуважаемый вор, тебе придется отдуваться за всех, кто лазил в мой погреб. Теперь сиди и жди, пока я приеду и вызову полицию. Эй, помогите кто-нибудь! Я тут! Тигра! Тигруня, иди сюда! Сейчас к этой водородной теме везде интерес большой. Да-да, говорят, наши двигатели прямо революционные. Вон, в западной прессе вовсю кричат, что это пыль в глаза, и на самом деле ничего нового. Похоже, наш Тимур пишет для западной прессы. Пардон. У меня совсем другие ощущения. Ну? Не хочу вас пугать, но, кажется, наш корабль опустился. Господин Лисецкий, позвольте пригласить вас на танец. Какая прелесть! Не хватает только оркестра, который будет играть до последней минуты. Ну зачем же так драматизировать? Да я не драматизирую, я констатирую. Вода стала выше. Что? А на самом деле борт накренился. Где? Неужели? Опа! Я на танцы шел, а у вас уже рыбалка. На море, значит, не пойдем. Да что там делать на море-то, а? Слушай, пап, ты со мной вообще никуда не ходишь. Даже не очень-то говоришь. Да что говорить-то? Болтать вообще меньше надо. Ну а зачем ты меня тогда по выходным забираешь? Чтобы я смотрел, как ты тягаешь штангу? Ну, чтоб ты видел, как живут настоящие мужики. Угу. Классно живут. Настоящий мужик он языком зря не мелет, фигней не страдает.
не то, что там этот мамин дядя Женя. Он вообще-то ученый. Ну, я говорю, фигня страдает, а нужно делом заниматься. Да уж, большое дело. Шталку поднял, поспал, поднял, поспал. Стопляк, ты чего понимал бы? Вот смотри, новая методика. Максимальный подъем. Опускаем. 15 минут полного покоя. Времечко поставим. А ты классно водишь. Ничего особенного. Витя, ты злишься на Игоря? Я, по-моему, это на него разозлилась. Ну, бывает, немножко подбешивает. Немножко. Ну, вообще-то он не злой. Мне кажется, у него детство было не очень. И если к нему по-доброму... Угу. Он ведь не будет просто в чай плюнуть. Слушай, Соня, если бы он ко мне одному цеплялся, это еще понятно. Ну, видит человек, что... Ты мне нравишься, вот ревнует. А грех-то чего он прикопался? Просто так? Витя, я не знала, что нравлюсь тебе. Конечно, знала. Очень странно, учитывая, как она хлещет, есть у меня неприятное подозрение. Ну, поделитесь информацией, не держите в себе. Видимо, кормовой люк не задраили. Понятно. Тонем, значит. Хорошо. Воду откачать, помпа есть? Да помпа-то есть, только она электрическая, света-то нет. Что делать будем? Что и требовалось доказать. Наш корабль тонет. И как вы это определили? Да это не я определил, а капитан. Слышал только что от него. Так, надо выбираться. Буксир придет, и мы все в него перелезем. Да, только что-то никакого буксира на горизонте не видно. Так сделайте что-нибудь. Вертолет вызовите. Так, спокойно, мы всех вызовем. И вертолет, и звездолет. Только, пожалуйста, без паники. Громкие заявления оставьте для ваших статей. Ирочка, покажите, где у вас тут спасательный жилет. Нашел. Надеюсь, насос рабочий? Я про него забыл совсем. В порту списанный купил, хотел на дачу поставить. Еще даже не проверял. Ну вот, появился отличный повод, чтобы проверить. Да уж. Thank you.
Ты куда? На море! Вова! Вова, собачий сын! Тигруля, ты чего на меня обиделась? Тигра, тигра, ох ты, боже мой. Иди сюда, иди сюда, иди сюда. А это что такое у тебя? Помогите, не могу выбраться. Позвольте вам помочь. Не очень понимаю, зачем это нужно. Вы же сами сказали, что вода холодная. Сколько мы в ней продержимся? Мы не успеем замерзнуть. За нами кто-нибудь придет. До берега не так уж далеко. Конечно. Тем более катер МЧС скоро подъедет. Ох, какую я статью напишу про все это. На весь мир ваш технофорум прославлю. А вы, уважаемый, тонуть передумали, да? Да. А ну-ка попробуем. Давай. Но что-то пошло не так. А черт, не идет. Я же говорил, он списанный. Так. Клапан, может, заело. Инструменты есть какие-нибудь? Ключи. Да, есть. Отвертка. Простите, пожалуйста, а у вас еще много в запасе всяких идей? А на ваш век хватит. Оп. Только попробуй еще раз сказать, что у меня есть шанс. Нету. Привет. День добрый. Как там у наших дела на яхте? Нормально, поломались. Удачно ты их отправила. А сама где была? На технофоруме. Кто в деревню поедет на вызов? Ого, Ян, тогда на пульте меня подмените. Я могу, а что там? Там кто-то застрял. В чем? Не знаю, кто неизвестный. Тайна сочинского двора. Греб, со мной прокатишься? Давайте я поеду. А давай. Ты же проиграл. В любви повезет. Что там? Клапан заело. Сейчас. Пару секунд. Есть. Фу, отлично. Мы теперь тонуть не будем? Будем, но не так быстро. О, а вот и наши. Мы, наверное, все не влезем. Или влезем? По очереди вас перевезем. Сначала меня! Стой, дурак! Да пошел ты к черту! Ё-моё! Давай.
Вить, ты ранен? Ничего, ничего, пустяки. Ужас какой, надо забинтовать. Ой, тигра у меня домашняя. Она из поселка не уходит. Ну, почерк как будто детский. Ой, да как огня детей боится. Да, тигра? Не далась бы? Нет, не далась бы. Да почерк, на самом деле, взрослый. Просто, может, ручки нормально не нашлось. Нет. Это свекла. Ой, она и к взрослому не пойдет. Она дама своенравная. Видите, как кричит? Ну, значит, приманили. Самый настоящий детектив, специально для вас. А можно я на секундочку? Ох, злюка. Кошку нюхаешь? Тоже сыщиком хочу стать. Может, научит? Чем пахнет? Салом. Причем отлично, я даже проголодался. Скажите, а вы кошку салом кормите? Ой, бог с вами, у меня его и нет. Угу. А у кого здесь есть? У Гордея Андреевича отличное сало. У Гордея Андреевича? Только он сейчас в больнице. А к нему внучка утром приехала. Адресок Гордея Андреевича дадите? Да, конечно. Осторожнее. Ашот, тут меня сейчас подлатают, я к тебе перелезу. Ты пока остальных гостей готовь. Хорошо, что у них на берег отвезет. Так, дамы и господа, приглашаю вас на увлекательную морскую прогулку в компании очаровательной сотрудницы МЧС. Наш катер доставит вас быстро и безопасно. Ну, мы едем или нет? Вы там чего мешкаете? Я не поеду. Галя, вы серьезно? Почему? Латыпов, я не знаю, как вас, а нас на журфаке не учили бежать с места происшествия. Я останусь с командой. Я с Галей. Нет, Тимур, мы не едем. Вас доставят комфортным способом. Увозите этого дезертира скорее. Не надо. Как ты? Все нормально. Ты лучше скажи, где пробоина. В машинном вентиль пробило. Это внутри, а снаружи? Точно. Товарищ майор, давайте я вам помогу, вы, наверное, устали. Да отстань ты, раненый, серьезно зацепило. Да все нормально. Друг, давай сменю, отдохни. Меняй, Бресса пришла на помощь. Давай, давай. Товарищ майор, я к Ашоту, ладно? Иди. Есть. Вот так, правильно? Ага. Качай, качай, без остановочки, интенсивнее. Ашот, давай я прыгну, все равно мокрый. А я нет, мне завидно. Вам помочь? Ой, Ирочка, спасибо, на этот раз я искупаюсь один. Но как-нибудь в другой раз. Ты крепче, крепче бежи. Все, я готов. Давай. Давай. Есть кто живой? Спасатели вызывали? Да, я вызывал. Так. Не по-детски вы тут тренируетесь. Очень приятно, Александр. А, Георгий. Хорошо, что я сегодня размялся. Ну. Сейчас, секунду. Не понял. Это Вовка. Наверное, клеем приклеил. Да. Чё? Максим Геннадьевич. Но я не первый год замужем. Да и что тут ехать до аэропорта? Полчаса. Дим, да я знаю, что вы с Гошей народ бывалый. А если вам автобус прям в лоб? Знаем мы эту голограмму. Остановимся, вызовем подкрепление. Прострелить нас никто не сможет. Ну, разве только если на руках унесут. Хорошо, идите. Вот такое. Понял, сейчас попробую что-нибудь найти. Ух, смотрите. На 3-4 тянем. Руки здесь. Ага, под низ. Да, готов? Да. 3-4. Да, хороший клей.
Ну, а команда из нас не очень. Да, да. Вовка, это ты? Ну иди сюда! Так, спокойно. Ну правда, отличный клей, а? А парень голова, смотри, даже сод добавил, чтобы быстрее схватилось. Вот поганец, а! Парень-то молодец, гордиться надо. Я в детстве мамке сумку варенье налил. Никакой фантазии, а здесь все по науке, все по уму. По науке? Да он весь клей израсходовал. Я хотел лодку починить, его в море вывезти. А? То, что надо. Ага. Есть! Ладно. Пойдем самым простым путем. Давайте, показывайте. Где вам тут отрезать? Чего отрезать? Штангу. Справа или слева. Отпилю прямо с блинами. По-другому нельзя, но очень дорогая. Доска старее отдал. Нет, могу, конечно, в магазин сбегать за растворителем, но придется минут 30-20 подождать. Резьте, пожалуйста, я хочу вас гонять. Стойте! Его? Купил я растворитель. Вова, иди сюда, я тебя сейчас... Так, хватит ругаться. Молодец, пацан. Папа, извини, я не знал, что клей для лодки. И вообще, шутка дурацкая получилась. А? Ладно. Вижу, вы здесь без меня справитесь. Зря я приехал, получается. Нет, нет, не зря. Спасибо. Все. Благодарю вас, коллега. Так, вот, видимо, и погреб. Ой, кто там? Вы меня слышите? Фима, вы спасатели, это вы выбраться не можете? Я! Откройте меня, пожалуйста! Я в ловушку деда попала. Не беспокойтесь, сейчас мы вас вытащим. Какая странная дверь. Угу. Давайте что-ли попробуем вместе налечь. Да погоди ложиться, тут видишь, кажется, какой-то запор. Запор? Да, и ключ от него нужен какой-то особый. Фима, а вы не знаете, где ключ может быть? Нет. Раньше не было ключа. Да, намудрил дедуля. Значит, болгарка. Не-не-не, погоди, болгарка-то. Пока хозяин в больнице, у него так весь сарай растащит. Ой, да, всю салу украдут. Угу. Так что давай подумаем. Ну что, капитан, у нас порядок. Вода отходит хорошо. Да, водозабор мы заткнули. Спасибо, ребята. Что бы мы делали без вас? Что-то как-то нерадостно это прозвучало. В чем проблема? Может, теперь можем спокойно буксир ждать? Ждать можем. Неспокойно. У нас проблема. Мы в течение попали. Так. Этого нам еще не хватало. И куда нас несет? В 200 метрах от нас подводные камни. И нас на них тащит. Ясно. Катером нашим отвернуть корабль сможем? Сможем, отвернем. А из тягуна никак не выйдем. Так что кормой в любом случае сядем. Ну вот теперь пассажиров точно эвакуировать придется. Да, Сонь, давай. Да я-то сгоняю, берег вон, 2 км всего. Просто я тут подумала. Что, есть идея? Ну вообще да, есть. Ну? Нам же нужно из тягуна выйти. Он тянет в море, а ветер к берегу. Так ветер нас не тянет. Это пока. Нарочно ползешь, как вож по лбу. До рейса еще вагон времени. А если буду гнать, может быть, что и не увижу. Бомбу на асфальте, ага. Ну, фиг знает. Геннадьевич волнуется. Ха!
нашими. Да ты, блин, придурки. Геннадьевич прав был. Звони, Гош. Алло. Алло. У нас проблемы. Алло. Не слышно. Алло. Прикажусь, да? Алюминиевый крючок, дай, пожалуйста. Угу. Мухомора надо добавить. С мухоморами это были бы уже щи. А нам нужна термитная смесь. Такое запаивают даже рельсы. Ничего себе. Так, и она должна взорваться. Обязательно. Если вместо мухоморов положить динамит. А так, нет. Да, товарищ майор. Я надеюсь, капитан Грех в курсе, как ему повезло. Я надеюсь, ты понимаешь, что тебе повезло куда больше. Вы что там? Поджигаете меня? Фимочка, совсем чуть-чуть. Ну, лучше отойдите. Осторожно, осторожно. Обалдеть! Какие вы классные! Ну, не класснее вас. Почтовый кот – это гениально. Да. Спасибо. Не за что, не за что. О, давай, давай, пошла, давай! Пошла, пошла! Хорош! Немного, немного еще надо! Пошел! Вверх натягивай! Левее! Давай, натягивай! Пошла, пошла, родная! Хорош! Правее немножко! Хорошо! Хорошо! Ашот, выше! Смотрите, чтоб пробы не путались! Отлично! Хорошо, хорошо! Милости просим. Посмотрите, как мы живем.
Правда, у нас все по-скромному, не так, как у вас у Бомонда. Но вы не скромничайте. Тут живут настоящие герои. Да, да уж. Ну, прям герои. Герои-герои. Особенно вы. Я, и вы поразите меня, бугорали. Корабль, парашют. Прошу, прошу. Я даже представить себе такого не мог. Да я 20 лет о России пишу, но это будет мой лучший репортаж. Про вас. Вы лучше вон про Софью напишите. Она у нас героическая девчонка. И голова светлая. Морячка наша. Спасибо. Может, у тебя и своя яхта имеется? А ты с какой целью интересуешься, а? Жениться на мне хочешь? Не, жениться я не хочу. Я просто завидую. А я вот вам всем завидую. У меня сейчас такое ощущение, что я всю жизнь какой-то ерундой занимаюсь. Ну вот права, Галя. Спасибо вам, ребята. Да ладно. Ну ладно, жениться вы не собираетесь. А про домашнее вино-то не забудете? Да, а что, кстати, ты обещал. Вообще-то, у меня здесь припрятан запас. На случай праздника. О. Товарищ майор, а мы можем считать, что у нас праздник? Ну, если у нас сегодня гости, это большой праздник. Давайте за стол, а? Будем пить за чудесное спасение. Да. И за чудесных спасателей. Ага. Спасибо, что приехал. Не хотела я по телефону. У меня новости. И у тебя тоже? Угу. Пойдем лучше присядем. В общем, как я предполагала, корабль с учеными прессой чуть не затонул. А нет, есть? Доказательств у меня нет. Поломка. Но если завтра на презентации двигатель взорвется... Эти журналюги напишут, что у нас опять все через одно место. Да. Ну, значит, не дадим ему взорваться. Ну, и сам понимаешь, Виктор, СИЗО, его помощники тоже. Кто мог устроить диверсию? Юль. А. Виктор не в СИЗО. То есть? Мои ребята повезли его в аэропорт, чтобы в Москву отправить. Ну и побег. Отбили Погодина. Кто мог отбить? Я не знаю. Чего ты не знаешь? Твои ребята что говорят? Говорят, не видели ничего. Чисто сработано. Черт. И они работают чаще, чем мы. Xin chào tất cả các bạn, là từ đây. Các bạn ơi, mình và các bạn sẽ cùng nhau tô một bức tranh về cái siêu nước này nhé.
Các bạn ơi, như vậy là Tớ đã tô màu xong bức tranh này rồi đấy. Để cùng Tớ tô màu những bức tranh tiếp theo thì các bạn nhấn like và ấn đăng ký kênh cho mình nhé. Bây giờ xin chào và hẹn gặp lại các bạn nha.